хит сезона. Маленький. Удобный. Удобный, кто-то называет его дамским, но это не так. Да нет, дамский розовый. Дамский розовый, да. Короче, рюкзачок. Чувак, можно я запихаю просто сразу сходу, запихаю в него жабу? Давай. Они, кстати, очень прикольные. О, боже мой. То есть это делается так, да? Да. Там, у тебя даже защита сейчас упала. Знаешь, ты выглядишь как этот чувак, у которого сзади этот костюм реактивный интернет, что он нажимает кнопочки и просто летает там вверх. Слушай, я сейчас что-то не сломаю эту подсветку. Ну ладно, я не буду затягивать. Ты не сломаешь мне подсветку, я ее все равно уже сломал. Да, ну хуже не будет. Ну, короче, вот так это выглядит. Выглядит, конечно, выглядит забавно, да, но на самом деле это довольно-таки... Вот эта штука очень практичная. Особенно в этом. В супермаркете идешь, все сбиваешь. Ходишь вот так, чтобы людей не сбивать. Ну да, да. Я как-то купил, короче, себе кроссовки, из-под них вот такая коробка большая была. Но я был на роликах, думаю, ну я, короче, таки смог запихать сюда коробку. Да, вот это большой плюс Rollerblade. Кстати, мы снимаем про Rollerblade. У меня был подобный. Это же Rollerblade, да, надеюсь? Да, Rollerblade. О, карачи! Ну, все, если влезли карачи, что там еще? Здесь, короче, что у меня? Ну, тут динамчик совсем. Тебя, да, обзор. Короче, минусы какие, сразу скажу. Здесь ни одного дополнительного карманчика. Вообще ни одного. Фига. Все в одну, все в кучу сразу. Нифига. То есть было бы что-нибудь. Короче, можете просто смело заводить подругу швею и херачить. Да, можно, в принципе. Сбоку есть для нульпяшек. У меня первый раз вот на роллерблейдерском таком рюкзаке вот эти вот прозрачные из этих трения, они просто раз взорвались. Ой. Я просто пытался полтора куда-то запекать, и я просто оторвало. Ну, у меня вот эта штука потеет. Сколько такой сейчас стоит? 1000. 1000 рублей. Ну, то есть 1200 там со скидкой. 1200 за рюкзак без кармашков. 900. Которые можно снаружи припекать жады. Да. Если минус. Вот по поводу снаружи, я сам люблю снаружи все пихать. Да, да, да. То, что если дождь, будет дождь, все. Я, знаешь, я бахил обычно просто делал. Да, можешь. Либо просто покупаешь большой мусорный пакет. Это главная пакет. Причина, почему я не взял такой рюкзак. Большой мусорный пакет, и прям вот весь рюкзак оборачиваешь. Весь рюкзак оборачиваешь мусорным пакетом. Да, главное, подшипник, и чтоб целый был. И главное, не забыть его, не выкинуть. Ой, забыл, короче. Ну, короче, очень легкий, он в сложном состоянии, я думаю, вообще абсолютно. В этом плане, если с таким прыгать, конечно, ты вообще ничего не почувствуешь. Можно, кстати, поставить вот для сравнения. Между двух больших братьев, так скажем. Просто. Знаешь, Спанч Боб и его друзья. Ну не надо, он хороший. Он хороший. Но сейчас у меня, блин, что, учеба будет, и я не знаю, как мне с этим рюкзачком. Это тоже минус. То ли дай рюкзак угонять. Или мой, да. Собственно, думаю, все на этом обзор можно завершить, тут ничего нет. Все, обзор завершен. А, ну, еще есть. Эти штучки на пузе. О, кстати, да, на все-таки пузе, да. На пузе есть, мы тут Rollerblade сделали шаг конем, я не знаю, ход конем. Они оставили ремни на пузе. Пузо Вальдара заканчивается в районе грудной клетки. Короче, когда покушаешь, очень трудно так это, его обычно расслабляешь. Но зато он я понял, зачем они это делают на таких рюкзаках. Чтобы не кушать перед роликом. Нет, нет, у тебя-то здесь ремень, а у нас ремень чуть повыше на груди, на грудной клетке. То есть нам можно кушать и казаться с пузом. То есть если, друзья, вы пузатый человек, не берите Rollerblade.